Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Скука для этих людей непереносима. Вместе с этим владельцы этого имени часто бывают нерешительными и безответственными. Среди них больше всего лентяев и людей, страдающих от постоянного беспокойства. Именно им порой свойственна тяга к саморазрушению, крайностям, импульсивным поступкам, рассеянности, безразличию к окружающим, шумному поведению и раздражительности. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Люди с этим именем быстро просчитают возможную выгоду, и если она покажется существенной, они готовы идти на риск. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Все виды деятельности, связанные с усидчивостью и скрупулезностью, не для этих людей. Расположенность к лени у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.